решил тоже принять участие не как организатор, не как организатор, а как участник. Посмотрим, что я натренировал в базовый период, сейчас середина базового периода. Хотелось бы поднять 75-205, ну не знаю, посмотрим. Настроение такое нормальное. Нашего чемпионата среди мужчин и женщин. Среди женщин в наших соревнованиях участвует мастер спорта международного класса Савчук Ксения. Среди мужчин кандидат мастера спорта Петров Дмитрий. Кандидат мастера спорта Рафиани Заде Рафиани. Кандидат мастера спорта Смирнов Александр. Кандидат мастера спорта Салахов Максим. Мастер спорта Помилов Евгений. Кандидат мастера спорта Самычев Евгений. Мастер спорта Данилов Сергей. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Лагерев. Сергей Куликов. Дмитрий Артеменко. Здравия желаю. Ты что, Дим, сейчас делаешь? Чем занимаешься? Качество занимается, готовится к соревнованиям. Я качаю. А именно широчайший. Тяга в наклоне. Ребята, не надо качаться. Занимайтесь тяжелой атлетикой. А качается это уже в старости. Так как я. Золотые слова. Был тяжелоатлетом. Мастер спорта международного класса. Залез в какой-то улей непонятный, в кого превратился. В дверь вот так боком заходит. Зачем это надо? Давай, подходик, подходик. Человек просто любит мед. Сделаем вывод такой. Качай железо с Дмитрием Артеменко. Я не знаю, такого ассистента,
а вот что-нибудь газанул чего. Старые добрые времена. Ненависти. Памперинг. Как старые добрые времена в Невинномысске. Когда я сделал Межика, а он установил рекорд России. 201 вроде того. До сих пор держит. Макс, выгодит 201, по-моему. 201. До сих пор держит рекорд. Снизу помощней. Thank you.
месяца. 105 килограммов, 3,20. Короче, я размялась. Начинаю с только потому, что Ксению выводил. Чего? Я говорю, спотел такой, как будто Ксению выводил. Прихожу к выводу, что все-таки тяжеловато участвовать и в организации, и самому участвовать. Энергия все равно расплескивается, не доносишь до соревнований. Ну ничего, самое главное, что чувство вот этого. Помоста, оно не пропало. Есть нюансы. Опять же, я говорю, что это связано больше, что организация больше лежит не на мне, на мою команду. Вот. Но на самом деле это праздник для детей, чтобы они устанавливали рекорды, конец года. Вот. У меня задача намного скромнее, держать себя в хорошей форме. Там на сепорах не есть, а сырье мы еще что-нибудь покажем. Давайте, удачи. Не каждое соревнование чемпионат области выступает призер Олимпийских игр. Не имеет значения, в какой форме. Блин, супер. Класс. Все равно это больше для ребят, чтобы своим примером все равно заражать их. В хорошем смысле этого слова. Самое главное, не занимайтесь вот этой вот штукой. А я продолжу свою тренировку. Сейчас будет 30 с узким хватом. После спины, конечно.